на диктофон и тебе параллельно. А потом это, я хотел это записать. Буде с диктофона. Короче, у меня ж вот тут тік кран. Ну, не кран, а труба. Ты ж бачив, такі потеки були. Мужик, который это делал, він сделал это плохо. А я вспомнив, що дедушка ж у себе міняв этот самый, ну, повністю водопроводну систему і каналізацію. Сам лично. То есть он этот вопрос изучал и все такое. То есть он как бы уже слесарь-сантехник. Я его это самое спитал, говорю, так это самое, ты можешь мне сделать то-то-то-то-то-то? Он говорит, да. Вышли мне фотографии. Я ему выслал фотографию. Он подивився на это все, взял ключи и приехал до мене. Ну, тоже он делал машину делал, и все-таки он там уже на каком-то этапе остановился и приехал до меня. И мы взялись это делать. Короче, мы с трудом это все раскрутили и поняли, что там раскрутить невозможно. О. И мы раскрутили тогда еще больше. Ну, то есть там получилось двойное творчество, и его, и мое. Я ее, эту трубку открутил от колонки, ту, что сама труба от колонки подхода. Я ее открутил, и получился у нас такой кусочек трубы со всей этой всей фигней. И мы ее решили обжечь. Положили на газ, оно обгорело. Раньше в Союзе очень часто ставили это дело на краску. Краска высыхает, и оно получается герметичное соединение, понимаешь? И по ходу краска выгорела, и оно все легонько раскрутилось, и мы это все пошли докупили на крытом рынке, что нам не хватало, купили новый кран, вместо того, чтобы купили хороший кран. О. И купили згон там один, не, втулку. И это все дело собрали, и я теперь счастлив, что у меня оно не тече, сделано хорошо. И, ну, как бы сказать, не то, что я утер нос этому мужику, у меня такой мысли не было. У меня была мысль, что сделать хорошо. О, потому что он мне когда-то сказал, я говорю, ну что, придется мне после этого переделать. Он говорит, ну переделайте. Я говорю, ну чем больше вы переделаете, тем лучше для меня, тем больше вы же мне даете фронт работы. Ну, то есть, я делаю плохо, а он делает хорошо. Это в него такое мнение. На самом деле, я делаю всегда хорошо, потому что я делаю для себя. А он делает всегда плохо, потому что он делает для кого-то. Вот, а такой подвиг мы совершили. То есть, его не всякий пойме, но мы гордимся, и мы нашу самооценку подняли на 10 баллов там, чи на сколько, ну, то есть на большое количество. Ну, вот это вот как бы и все, вопросы. Сегодня суть понятна. Молодцы мы? Да, вы молодцы. Я тоже так считаю.